Всем привет, друзья! С вами канал Футбол – это жизнь. Перед вами сейчас FIFA 18. Как вы уже поняли, это демо-версия. Также давайте наберем, если мы на этом видео, 5 лайков. Мы приглашаем Максима и затестим с ним как и демо FIFA 18, так и, скорее всего, Pro Evolution Soccer 2018. Также, если мы набираем 10 лайков, то будет обзор на обе эти версии, но уже 2019 года. Pro Evolution уже скоро выходит, даже уже, скорее всего, вышло, я не заходил. Так что давайте мы сегодня поиграем в футбол. Итак, Мадридский Реал против, ну не знаю даже против кого, давайте против ПСЖ. Раньше я постоянно играл на Xbox, неудобно, честно признаюсь, играть на PlayStation, но думаю, мне как-нибудь это потом будет легче. Роналдо и Бензема, наверное, пусть сыграют в нападении, вот так вот, по такой схеме. Ага, так, ну естественно, мы кросс оставляем, вместо Казимира выйдет у нас давайте Иска. Вот такой мне состав как бы больше по нраву. Вместо Майораля выйдет Васкиес. Ну и все. Так, мировой класс. Поехали. Сыграем мы сегодня с вами... Да, надо еще тренера отключить. Сыграем мы сегодня с вами пару матчей. Этот матч будет как бы пилотный. Поэтому поехали давайте. Итак, вот он. Стадион Сантьяго Бернабеу. В демо-версии это главный стадион, потому что Мадридский Реал подписал контракт с EA Sports. И Криштиану Роналду является лицом. Как вы знаете, Эдинсон Кавани. Теперь будет играть Неймар. Интересно также будет посмотреть для меня, человек, который вообще не играл в FIFA 18. И рейтинги совсем другие. Ну и все-таки это Frostbite для PlayStation. Ну и геймбейс. Замечательно, друзья. Великолепная атмосфера на Сантьяго Бернабеу. Судья француз. У нас есть французы. Так, давайте мы сразу отключим тренера. И поехали. Вот он наш Криштиану Роналду. Финку, Ди Мария уже бежит. Посмотрим, что здесь получится у Серхио Рамоса. Ди Мария раньше выступал за Мадридский Реал. И это, друзья, 1-0. Неймар забивает нам сразу же. Как бы это ни звучало, но пропускаем мы первый. Но для меня это не новость, потому что 18-й, я был на PlayStation. Играл буквально пару раз, и то это было специально в каких-то вот игровых комнатах, в торговых центрах. Потому что интересно было тоже поиграть на PlayStation. И вот он, Неймар. И, друзья, 2-0. Блейд Матьюди забивает. Разные у меня тоже совсем другие. Естественно, болельщики недовольны, как и Кьело Роналдо. Продолжаем, друзья, 2-0. ПСЖ, и Верратти будет разыгрывать с Тиаго Мотой. А вот так вот, как вам такой момент. А, я думал, что это будет поопаснее. Или Кавани делает это за 3-0. Перерывы.
конечно же, неприятно для нас. Дебют на канал FIFA 18 и уже разгром тренер. Болельщики тоже не довольны. Да, тут мы практически отобрали мяч, но видим, что это... Статистика, ну потом. Ну так, давайте вернем наши стандарты. Ну и что, ну так же все и остается, только Бейл идет на свою позицию. Что по статистике у нас? Ни одного удара, 4 удара, 4 в створ у ПСЖ. Начинает ПСЖ. Ну практически мы держались после второго гола. Так, начали. Хорошо, и что? Видно сразу, что поменяли схему, и что-то вот действительно, что-то вот началось. Вот Модрич великолепно отобрал мяч, и Бейл получает мяч на скорости, Гаррет Бейл. И это автогол, друзья, это автогол. И вот оно, празднование, прорисованное Гаррет Бейл со своим сердечком. Но записан был естественно не на Гаррета Бейла, нет, Гаррет Бейл хорошо. Я хотел бы передать на Криштиану Роналду, чтобы это Си было, но все-таки срезает мяч, и Дани Алвес забивает автогол. А ведь Дани Алвес раньше играл за каталонскую Барселону. Соперники главные мадридского Реала, их нету в демо-версии по 18, потому что они в тесте. Так что давайте, друзья, все от вас зависит. Если я уверен, что вам вот заходит, то... такой контент. Неймар забивает дубль. Если не будет такой контент, то будет свой осмотром обзор на просьбу об этом стопе. Он недолго не поиграл, судья на Мадридского Реала. Реали. 5 мячей забивает ПСЖ. И вот так вот Криштиану Роналду элегантно получает мяч. И Бейл забивает. Дубль Гаррета Бейл. И все ничего, друзья, не ясно. Как же это Неймар, что это страшный Гаррет Бейл. Великолепно здесь пишет, как он смотрел мяч. Великолепно Гаррет Бейл, просто. Пусто. Отлично. Я доволен пока. И вот такое пространство для Марко Верратти. Три. И вся разница. Нет, Бейл хорошо играет. Повторы забивает, он вышел в зоне. Троллинг, троллинг. Попробовать АПЛ-ку и испанскую лигу. Так, вот Бензема. Красивая была игра. Вот она, на Эмери и Зиндан. Все проработаны. Мне понравилась действительно эта игра, даже на то, что проиграли, но все-таки интересную игру мы тоже смогли показать с своей стороны. Два удара в створ, три забитых гола. Точность пасов, точность удара, все такое, вот у нас почти владение мячом было за нами, ну почти. Так. Давайте мы пока что разбавим краски и сыграем это манчестерское дерби. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити.
Давайте не на Сантьяго Бернабео, тут еще есть разные стадионы. Давайте на King Fahd Stadium. Мячик, это красава, все хорошо. И что мы можем тут? Лукаку. Вместо Решфорда я поставлю Марсиаля. Хитарян еще в Манчестере, это хорошо. Так, здесь у нас Матич. Роха пойдет сюда. Сюда бы я бы... Вот сделал бы Роха бы на фланг, а Смолинга бы поставил сюда. Ну все, мне кажется, Лингарда вот это... Это надо его выпустить. Еще на него посмотреть, вместо Карика выпущу Филайни. Ну все. Вот таким составом мы с вами сыграем, друзья. Также на мировом классе. Погба. Ну и сейчас мы, наверное, пожалуй, с вами все, друзья, посмотрим. Ведь это все-таки проработанная английская премьер-лига. Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити. Хэштег ManMC. Естественно, мы так и сделали. Например, это не Ой-ой-ой, мяч гол! И все, нет, это все-таки нарушение, друзья. Только Погба там. Итак, друзья, походим мы на перевод. Новый Лукаку, один удар, один гол. Это тоже интересно, как это статистика. А,
Может, что-то быть опасное. Она его капает и выводит по камеру. И это делает. Ой-ой-ой-ой-ой, что за провал, друзья? Вот что за провал. Практически один на один там был по компании. Но даже компания не закинулся, и Китарян делал еще 3-0. Отлично, друзья. В этом карману это еще 3-0. Рамплайни. Оп. А тут где нахуй-то пушка? Fourth official is indicating великолепный гол, только вышел и забил. Моя команда, Жозе Мориньо и Пеп Гвардиола. Это их противостояние, Мадрид терял и Барселона, это раньше было. Жозе Лингер, один удар, один гол. Давайте посмотрим вот эти ключевые моменты матча. Надо ли БФС поставить, отбивая мяч ногой. И вот он первый гол. Лукаку. Ну и вот здесь такие вот есть сейф, гол, штанга, левый финал, гол. Да. Все это в общем мы видели. Лучший игрок это Генрих Мхитарян. Один гол и одна голевая передача. Итак, давайте мы сейчас играем с вами последний матч. Но матч, мне кажется, будет интересным. Давайте все-таки за Мадридский Реал мы все-таки попробуем за них наконец-то победить. Не на Сантьяго Бернабео, это уже как-то неинтересно. Ла Бомбонера будет у нас сейчас. Такой же схемой, да, я уже понял, что не стоило менять. И выйдет у нас вместо Казимиро Иска. Мы играли. Вот так, все. Таким составом мы сейчас играем. Мы сыграли сейчас с вами... матч двух команд из английской премьер-лиги. Теперь мы сыграем, как это все-таки будет в испанской. Поехали. Все это мы с вами посмотрим. Вот так вот, как в реальной жизни. Реал против Атлетика. Где он интересный взял я, чтобы мы увидели главного тренера. Thank you.
играли даже в Лигу чемпионов, и он интересно для этого смотрится. Должен быть проработан. Антуан Гризман забивает, друзья, сейчас мы видим, да, вот оно, его знаменитое празднование. Это Зизи. Смотрите, друзья, на 69-й минуте, вот так вот празднует счет, и забивает Антуан Гризман. Что же осталось забить только Кристиана, будет все замечательно. Выходит на 14-м году. Лучший игрок этого матча. Ну и, друзья, на этой прекрасной ноте мы с вами заканчиваем